И к новостям спорта. 5 золотых, 4 серебряные и 6 бронзовых медалей. Триумфом дагестанских борцов в Красноярске завершился Кубок Ивана Ярыгина. В заключительный день наши вольники претендовали на одну награду высшей пробы. Золото в весе до 97 кг оспаривали Магомед Курбанов и Алихан Жабраилов. Соперники встречались уже 10-й раз. Судьба напряженного поединка решилась за несколько секунд до финального свистка. Курбанов, уступая в счете, пошел вперед и вынудил своего соперника ошибиться. Теперь счет личных встреч земляков 5-5. Ты 5 секунд на табло, что у тебя в голове было? Попробовать, потому что 5 секунд тоже достаточно времени. Можно схватку, любую схватку вытащить за 5 секунд. Здесь мы уже сколько между собой боремся, и всегда такие принципиальные схватки бывают. И выиграть здесь именно в финале. Но в олимпийском весе, конечно, как-то приятно. В предыдущие дни турнира в Красноярске отличились олимпийский чемпион Завур Угуев, а также Шамиль Мамедов, Муслим Мехтиханов и Ахмед Усманов. По количеству золотых наград наши вольники превзошли всех своих соперников. Трижды на верхний пьедестал поднимались борцы из Алании. По одному разу спортсмены из Бурятии и Республики Беларусь. Результатом мы довольны. Наверное, это количество, на которое мы рассчитывали, порадовали новые имена. Мехтиханов проявил себя очень хорошо в весовой категории 61. Амар Зиявдинов взял бронзу 86 килограмм. Садулаев 92 тоже взял бронзу. Те ребята, которые первый раз, так скажем, крупно заявили о себе. За них мы очень рады. А те, которые чемпионы, там, Мамедов, Угуев, ожидаемые, скажем так, да,